История с продолжением. Во время прямой линии с президентом многодетный папа ивановец Дмитрий Верховский озвучил общероссийскую проблему о высоких ставках на ипотеку. Привилегий для семей с большим количеством детей нет. Дмитрию Верховскому банки сразу пошли на уступки и платеж снизили. Власти же озадачились этим вопросом, и промежуточное решение найдено. Правительство Ивановской области информирует о запуске новых выгодных условий по снижению ставок для ипотечных заемщиков региона. Теперь процентные ставки по программе перекредитования Дом РФ составляют от 8,75% годовых. Сумма нового кредита может составить до 80% от стоимости закладываемой недвижимости. Те, кто семьи наши Ивановской области, которые взяли ипотеку по высоким ставкам, могут обратиться в представителям Дома РФ здесь, в Ивановской области, с тем, чтобы мы помогли переоформить там уровень в районе 9, даже ниже, даже 8,75 есть такой уровень. Но надо соответствовать будет определенным критериям. То есть это не совсем уж всем, это всем желающим, но кто соответствует, попадает под критерии этой программы.